Искусство ставить и достигать цели. Тема очень серьезная, начать ее, наверное, лучше с чего-нибудь легенького. Еще лучше с анекдота. Умирает праведник, естественно, он попадает в рай. Ну, его там встречают, говорят, давай мы тебе покажем, как здесь все устроено. Вот райские кущи, вот там еще чего-то чудеса. Он говорит, смотри, на холме двухэтажный особняк. Вот такой мог быть у тебя на земле. Ух ты, удивляется праведник. Идут они дальше. Говорит, а вон смотри, возле дома гараж на две машины. Вот такой мог быть у тебя на земле. Ух ты, удивляется праведник. Идут они дальше. Говорит, а вон смотри, поехал белый Мерседес. Вот такой мог быть у тебя на земле. Ух ты, удивляется праведник. Господи, чего ж ты мне его не дал? Ну ты ж заладил, запорожец, запорожец. Наши мысли очень сильны. Они влияют на все то, что происходит с нами. Хотим мы этого или нет? Мы, наверное, с вами не единожды получали подтверждение этого. Ну, вспомните. Вы подходите к телефону, берете трубку, говорите, о, Маша, я как раз о тебе думала. Нет, это не вы о Маше думали, это Маша думала о вас, когда набирала номер вашего телефона. Эта мысль до вас дошла, вы подумали о Маше и тут же зазвонил телефон. Какое чудо? Никакого чуда нет. Мысль материальна. Она влияет на то, что с нами происходит. Однажды я возвращаюсь после семинара, еду в поезде и думаю, вот хорошо бы пару семинаров в Харькове провести, чтобы побыть с семьей подольше. Приезжаю домой, на следующий день жена говорит, вчера звонили из одной компании, и просили тебя провести у них семинар. Ну, думаю, класс. Вот только вчера в поезде подумала, сегодня уже люди сами звонят, просят провести семинар. К вечеру того же дня еще одна компания на меня выходит, еще одна просьба провести семинар. К вечеру я сижу дома, думаю, почему я не подумал о трех семинарах, а только о двух. Ну и через пару дней мы проводим первую тему, тема была как раз цели. Я дохожу до этого места, говорю, дорогие друзья, вот только недавно ехал в поезде, и тут вы звоните, приглашайте на семинар. Просто класс. Тот женщина, которая мне звонила, говорит, слушай, Валентин, твоя визитка у меня дома возле телефона висит полгода. Я полгода собираюсь тебе позвонить. Ну вот смогла позвонить только вот 3 дня назад. Интересно, что ей помогло позвонить? Моя мысль, мое желание, чтобы меня пригласили. Наши мысли действуют на нас очень серьезно, независимо от того, знаем мы об этом или нет. Американцы взяли группу студентов, которые страдали от того, что пили кофе, а потом ночью плохо спали. Ну, понятно, кофеин, возбужденный организм. И взяли эту группу, разделили на две половины. Одной половине на ночь дали кофе, а второй половине на ночь дали молоко. И, естественно, та группа, которая выпила кофе, всю ночь беспокойно спала, а та группа, которая выпила молоко, спала прекрасно. А утром им сказали, дорогие друзья, а вы знаете, что ваше кофе вчера было без кофеина, а ваше молоко было с кофеином?
Но они этого не знали. Поэтому те, кто выпили кофе, ворочались, а те, кто выпил молоко, спали спокойно. Их подсознание не знало, что нужно ворочаться. Их подсознание не знало, что молоко с кофеином. Наши мысли влияют на все, что с нами происходит. Как-то в одной компании работала, в одной страховой компании работала женщина, и она первое полугодие выходила по продажам, по товарообороту на первое, второе место. А за второе полугодие скатывалась на восьмое, на девятое место. Это был один год, второй, третий. И ее менеджер вызывает, говорит: слушай, дорогая, у тебя что-то не то. Ну как не то? Ну смотри, каждый год в первом полугодии ты выходишь на первое, второе место, а во втором полугодии скатываешься на восьмое, девятое. Она говорит: ну, обстоятельства я здесь ни при чем. Он отправил ее к психологу. И выяснилось, что у нее есть внутренняя задача, или внутренняя цель, или внутреннее желание быть в десятке лучших продавцов компании. Первую половину года она работает на все 100%, чтобы иметь задел. А во второй половине года ей не нужно работать так хорошо. Она все равно остается в десятке лучших. И когда у нее в подсознании заменили цель, я лучший продавец или я лучший страховой агент этой компании, она стала и в первом, и во втором полугодии работать одинаково хорошо и выходить на первые, вторые места. Наши мысли влияют на то, что с нами происходит. Когда-то мы с группой туристов ехали в Крым, хотели посмотреть Красную пещеру. И нам на вокзале в Симферополе говорят: если вы хотите попасть в Красную пещеру, вам не нужно ехать до Перевального. Вам нужно выйти вот там на повороте. Там остановки нет, но зато вы там выходите и сразу попадаете на тропу. И вам не придется лишних 2 километра идти по асфальту, по жаре с рюкзаками. У нас было много, 38 человек, и у всех было огромное желание выйти на повороте и не ехать до перевала. Когда троллейбус доехал до поворота, он резко остановился, водитель начал там что-то бурчать, мы начали тихо выносить свои рюкзаки, чувствуя свою вину. Какую вину? Но когда мы вышли на улицу, оказалось, что троллейбус остановился не потому, что затормозил водитель, а потому, что слетела штанга. Но она не слетела с проводов, как это бывает в городе. Она просто оторвалась от троллейбуса и упала на землю. Конечно, я далек от мысли, что мы своим воспаленным воображением расплавили металл. Эта штанга отвалилась. Конечно же, нет. Скорее всего, там гайка отвинтилась или болт проржавел. Но эта гайка могла отвинтиться на 5 минут раньше этого поворота или на 10 минут позже. Тем не менее, она отвинтилась там, где 38 человек хотели, чтобы троллейбус остановился. В свое время нас никто не учил о том, что нужно цели ставить, о том, что их нужно писать, о том, что с ними нужно работать. И мы жили так, как Бог на душу положит. Но, кажется, были мудрые люди, которые это делали задолго до нас. Помните, был исследователь Арктики, лейтенант Шмидт? Так вот, он умудрился в 14 лет определить свои жизненные цели. Он их написал, когда посчитал, сколько времени ему необходимо на осуществление этих целей. Оказалось, что-то 240 лет или что-то около этого. Он понимал, что физически эти цели осуществить нельзя. Он выбросил все второстепенно. То, что осталось, он посчитал на реализацию этого, ему нужно там 120 лет, но он ничего уже выбросить не мог, потому что это было очень важно для него, и он эти цели оставил. Так вот, когда он в 64 года, по-моему, умер, он к этому времени осуществил практически все свои цели, которые догадался поставить в юности. Цели – это мощный стимул нашего движения вперед. Оказывается, человек, который ставит какие-то цели, может достичь практически невозможного. Когда мы проводим работу по целям и определяем, чего хотят люди, то чаще всего, кроме таких серьезных целей по бизнесу, по жизни, по быту, у людей всплывает цель, что хотелось бы совершить кругосветное путешествие. Ну и спрашиваю: а сколько, по вашему мнению, нужно денег, чтобы совершить кругосветное путешествие? Ну, люди говорят: 10 тысяч долларов, 15 тысяч долларов,
Скорее всего, они правы. За 15 тысяч долларов действительно, наверное, можно совершить кругосветное путешествие. Но интересно, какая минимальная цена или какие минимальные средства нужны для того, чтобы совершить кругосветное путешествие? Года три назад мне попался журнал, в котором было написано, один американец поставил цель себе совершить кругосветное путешествие за 80 долларов. Представляете? За 80 долларов. Естественно, что кроме этих 80 долларов, он еще имел какие-то средства. Ну, когда он плыл через океан, он работал посудомойщиком на судне, его за это кормили, и он переплыл через океан. У него еще было два контракта, он фотографировал по дороге ландшафты, за это там у него были оплачены ночлеги. Еще он с собой взял несколько блоков американских сигарет, и когда ехал автостопом, расплачивался этими сигаретами. Ну, естественно, не блоками, а отдельными пачками. Ну, вдумайтесь. Человек смог объехать вокруг света, имея с собой в кармане 80 долларов. Практически все возможно, если поставить цель. А если цель не ставить? Вспомните нашего среднестатистического жителя. Он смотрит телевизор. Сегодня показывают Париж, Эйфелеву башню. Боже, как классно. Хочу в Париж. Замечательно. Завтра он смотрит телевизор, ему показывают Великую Китайскую стену. Боже, чудо архитектуры. Несколько тысяч километров Китайская стена. Хочу на Китайскую стену. Еще через пару дней ему показывают Гавайи. Боже, как прекрасно на Гавайях. Хочу на Гавайи. И что делает человек? Он кусок своей энергии оставляет на Эйфелевой башне, кусок своей энергии направляет на Китайскую стену, кусок на Гавайи, а на самом деле никуда не уезжает, потому что он ежедневно распыляет энергию своих мыслей. Максимум, на что он способен, это купить орбит без сахара, на который у него точно хватит денег и сил. Так вот, искусство постановки цели позволяет нам сконцентрировать энергию своего сознания, энергию своих мыслей на единой задаче. Мудрецы говорили, по пути намеченному мыслью течет энергия. Энергия концентрируется, и когда ее становится достаточно много, эта вещь, это событие материализуется. Но для того, чтобы собрать необходимое количество энергии, нужно об этом либо постоянно думать, либо думать большому количеству людей. Еще один момент, который касается постановки целей. Некоторые люди ставят высокие цели, практически несбыточные. Но большинство людей ставят очень умеренные, очень разумные цели. Чем отличается поведение этих людей? Те, кто просят от жизни невозможного или просят по максимуму, и те, кто просят умеренно. Они отличаются в основном тем, как они относятся к тому, что их цель не осуществилась. Ну почему любому человеку не поставить высокую цель? Это очень просто. А если она не осуществится? Ведь у меня будут огорчения. Так вот, чтобы у меня не было огорчения, я поставлю такую цель, которая точно осуществится. Человек, который ставит высокие цели, он рискует. А вдруг она не осуществится? Но если ты себя не будешь критиковать, если ты не будешь огорчаться из-за того, что твоя цель высокая, не осуществилась, может быть, ничего страшного не произойдет. Представьте, два человека работают в компании. В этом месяце они заработали по 100 долларов. Им хочется иметь 300. Один, который ставит разумные цели, пишет, ну раз я в этом месяце заработал 100, то на следующий месяц запишу такую реальную цель – 150. А второй написал себе нереальную цель – 300. Ну, естественно, тот, который поставил реальную цель, он ее осуществил, он заработал 150 долларов. А тот, который поставил нереальную цель, естественно, ее не осуществил, заработал только 200. Вопрос, кто из них выиграл? Тот, кто осуществил цель, заработал 150, или тот, кто не осуществил цель, заработал 200? В моральном плане выиграл тот, кто поставил 150, а в материальном тот, который поставил 300 и заработал 200. Так вот, если бы тот, который не осуществил свою цель,
не огорчался из-за этого, а радовался тому, что ему дает природа, потому что природа нам всегда дает по максимуму, максимум из того, что мы заслуживаем. Так если радоваться тому, что нам дала природа, что нам мешает ставить высокие цели? Не дай Бог, я заслуживаю 156 долларов. Зачем же я буду обрезать свои возможности целью в 150 долларов? Ставьте цели по максимуму, но радуйтесь тому, что вам дает природа, потому что она всегда нам дает максимально из того, что мы заслуживаем. Следующий момент. Если мы вдруг с вами решили, что ставить цели – это хорошо, полезно, что нужно делать? Первое. Это наши цели нужно писать на бумаге. Потому что написанная на бумаге цель – это первая стадия материализации нашей цели. Мы смогли ее выразить на бумаге, мы смогли ее сформулировать. Это не так просто, но это возможно. Помните такую замечательную русскую пословицу, да? Что написано пером, того не вырубишь топором. И мы с вами знаем, что в суде устные договора не рассматриваются, а письменные почему-то рассматриваются. Почему? Когда мы берем письменный договор, мы знаем, о чем шла речь, когда люди договаривались. И суд уже может принять какое-то решение. С нашими целями ситуация аналогичная. У человека есть какая-то цель, мечта, желание. Но сегодня он просыпается в радужном расположении духа. Эта мечта, цель представляется ему в ярких, красивых красках, все замечательно. Завтра он проснулся или встал не с той ноги, или завтра была, я знаю, магнитная буря или еще чего-нибудь, и он уже о своей цели думает не так радужно. Он уже в нее вкладывает энергию другого качества. Если же мы свою цель написали на бумаге, то с какой бы ноги мы ни встали, мы прочитываем слова, слова-то у нас не изменились, и мы вкладываем в свою энергию, энергию того же качества. Причем, если мы дадим почитать свои цели нашим дистрибьюторам, нашим друзьям, близким, которые нас поддерживают, они в вашу цель заложат свою энергию, но точно такого же качества, как вы написали на бумаге. Поэтому первое важное правило. Свои цели нужно писать на бумаге. Фактически цель, написанная на бумаге, это заявка. Природа, я хочу от жизни вот этого. Природа почитала, чего ты желаешь. Если ты этого достоин, ты получишь его практически мгновенно. Если ты его недостоин, значит, нужно чуть-чуть поработать над собой. Но как бывает обидно, когда люди не получают того, чего заслуживают, не потому, что они не хотят, а только потому, что они об этом не просят. Так вот, цель написана на бумаге – это просьба к природе. Какое вознаграждение я хочу получить за свой труд? Второе принципиально важное правило. Наши цели нужно писать в настоящем времени. Представьте себе, человек пишет в своих целях. Я буду зарабатывать 1000 долларов в месяц. Прекрасная цифра, прекрасная цель. Цель мы написали, повесили на стену, проходит месяц, два, три, полгода, ничего в жизни не меняется. Почему? Да потому что природа знает, что в 2037 пенсия будет 1000 долларов. И ты ее будешь получать, не волнуйся. Осталось дождаться каких-то там 35 лет, какие проблемы. Для природы 35 лет вообще не срок. Но мы-то, наверное, хотим уже в этом месяце или в этом году зарабатывать 1000 долларов. Поэтому наши цели нужно писать в настоящем времени, чтобы притянуть свою цель к сегодняшнему дню. В книге «Виртуоз торговли» Джо Джерарди есть такой потрясающий пример. Он говорит, я прихожу в бар, а в баре над стойкой надпись. Завтра мы вам предоставим неограниченный кредит. Я подхожу к бармену и говорю, ну, ребята, думаете, представьте себе, завтра все, кто сидит в зале, подойдут к вам за кредитом. Что вы им ответите? Бармен отвечает, да ты знаешь, еще никто не приходил. Ну, даже если я один завтра приду и попрошу неограниченный кредит, как у вас написано, что вы мне ответите? Говорит, ну, что сегодня голову сушить? Завтра придешь и будем решать. Он приходит завтра к бармену. Как насчет кредита? Какого кредита? Ну, вон у вас написано. А что написано? Завтра мы вам предоставим неограниченный кредит. Так что мы будем сегодня голову сушить? Приходи завтра.
Так вот, завтра имеет тенденцию не наступать. Причем не только в Америке. Вспомните своих знакомых, которые обещали с понедельника начать бегать по утрам. И до сих пор начинают. Вспомните своих знакомых, которые говорят, что с 1 числа бросаю курить. И до сих пор бросают курить. На самом деле, изменить свою жизнь завтра нельзя. Свою жизнь можно изменить только сегодня. Если мы хотим, чтобы наши цели осуществлялись как можно быстрее, напишите их так, чтобы они были написаны в настоящем времени. Я зарабатываю 1000 долларов в месяц. Или я делаю все, чтобы уже в этом месяце заработать 1000 долларов. Формулировки могут быть самые разные, лишь бы они были в настоящем времени. Еще один тонкий момент, или важная, принципиально важный момент. Наши цели должны быть написаны в позитивном ключе, то есть без частички «не». Ведь можно же в целях написать «я неплохо зарабатываю», «я не бедный человек», «я не боюсь, я знаю, холодных контактов», ну и тому подобное. Почему нельзя писать наши цели с частичкой «не»? Дело в том, что частичка «не» не может изменить смысл соседнего слова. Она лишь может его слегка ослабить. Смысл слова остается. Ну, представьте себе, мы с вами подходим к человеку на улице и говорим, вы не подскажете, который час? Что мы хотим? Чтобы он не подсказал или чтобы он подсказал? Мы хотим, чтобы он подсказал. Он смотрит на часы, нам подсказывает, говорит, спасибо. Хотя только что просили его не подсказывать. Мы подходим к человеку на улице и говорим, вы не разменяете 10 гривен? И когда он лезет в кошелек и нам меняет, мы говорим, спасибо. Оказывается, мы хотели, чтобы он разменял. Мы сами в эту частичку не верим в некоторых вопросах. Но бывают вопросы, когда мы при помощи этой частички «не» делаем себе только хуже. Жена отправляет мужа на работу, говорит, милый, ну ты хоть сегодня не напейся. Чего она желает? Чтоб муж пришел трезвым. А какую энергию в нее вкладывает? Напейся, ну не так сильно, как вчера, меньше. Вчера ваш ребенок пришел со школы с оторванным рукавом, вам это не понравилось, вы его за ночь, конечно же, пришили, отправляете в школу, говорите, ну, дорогой, ты хотя бы сегодня не балуйся. Чего мы хотим? Чтобы он вел себя прилежно. А какую энергию в него вкладываем? Балуйся. Ну, не так, как вчера, чтобы рукав был оторван, а так, ну, шишку можно, а вот с рукавом не нужно. Мы поехали к маме, побыли у нее в гостях, говорим, мамочка, я приду через неделю, ты здесь не болей. Чего мы хотим? Чтобы мама была здорова. Какую энергию вкладываем? Болей. Ну, не сильно. Но если мама относительно здорова, то эта капля яда никак не повлияет. А если у мамы 50 на 50, то это и будет та капля яда, которая ухудшит ее здоровье. Один из дистрибьюторов мне рассказал свою поучительную историю. Я, говорит, служил летчиком в Монголии. И по субботам жены офицеров выезжали в Улан-Батор за покупками. И вот жена собирается ехать, говорит мне, ты тут видя ребенка отведи в школу, а к ребенку поворачивается, говорит, а ты смотри, голову куда-нибудь не засунь. Ну, собралась и поехала. И говорит, ну, военный городок, до школы 20 метров. Я ребенка отпустил в школу, занимаюсь какими-то домашними делами. Через 20 минут взрослые дети приводят ребенка, голову раскрыл, кровь течет, но мы там зеленкой, что там йодом бинтуем, как получится. Вечером жену встречаю, хотел ее подготовить, но не смог. В общем, она открывает дверь, наблюдает посреди комнаты, сидит ребенок с забинтованной головой, улыбается и говорит, мама, а я голову засунул. Итак, наши цели нужно писать в позитивном ключе, без частички «не». Ищите любые позитивные слова, но чтобы никакого негатива в ваших целях не было, потому что каждое слово несет энергию определенного качества. Как-то в журнале я вычитал такую заметку. Проводили эксперимент. Дали одному и тому же человеку
Два текста, негативный и позитивный. В одной комнате на окне стоял цветок, над которым каждый день читали негативный текст. В другой комнате стоял точно такой же цветок, тоже на окне, над ним каждый день читали позитивный текст. Так тот цветок, над которым читали негативный текст, начал увядать, а тот цветок, над которым читали позитивный текст, начинал расцветать. Каждое слово несет энергию определенного качества. Если вы хотите, чтобы ваши цели были светлые и чистые, позаботьтесь об этом, тогда будете писать в позитивном ключе. Еще очень важный момент, который касается постановки целей. Дело в том, что в постановке целей мелочей нет. Все, что мы не указали в своих целях, может осуществиться как угодно. Одна моя знакомая говорит, я на Рождество себе загадала, ну, пожелала, написала, что в этом году я встречаю спутника жизни, достойного меня во всех отношениях, и чтобы он жил в трехкомнатной квартире в центре города. Проходит год, она находит записку, со спутником жизни все классно, а вот с квартирой что-то неувязочка. И вот она читает, почему с квартирой неувязочка. Ясно же написано, чтобы жил в трехкомнатной квартире в центре города. А потом до нее доходит. Он действительно живет в трехкомнатной квартире в центре города, но в коммунальной. В постановке целей мелочей нет. Все, что не указано, может осуществиться как угодно. Постановку целей можно же применить не только к бизнесу. Можно применить и к личной жизни. Вот девушка пишет. Я встречаю голубоглазого блондина с машиной, с бизнесом и с квартирой. Ну, чтобы все было. Проходит некоторое время, она встречает голубоглазого блондина с машиной, с бизнесом и с квартирой. Но он оказался импотент. Кто знал, что это нужно указывать? Указывать нужно все, что для нас принципиально важно. Конечно же, это шуточный вариант. Но на самом деле жизнь нам преподносит только сюрпризов. Как-то женщина говорит, я написала в целях, что встречаю там мужчину, и чтобы отношения у нас были с ним хорошие. Говорит, представляешь, я поехала в командировку в Кишинев, я его встречаю. Но я же не собиралась его встречать в командировке. Я говорю, дорогая, у тебя написано, что ты его встречаешь в Тернополе? Нет. Тогда какие проблемы? В постановке целей мелочей нет. Все, что мы не указали, может осуществиться как угодно. Мой знакомый говорит, появились новые футболки, турецкие, белые, красивые. Я решил себе купить. Приезжаю на базар с мыслью купить вот такую шикарную футболку за 10 гривен. Прихожу, они на базаре лежат 80 гривен, 80 гривен, 80 гривен, 80. Но мне-то хочется за 10. Вот он ходит по всему базару. В конце концов, в каком-то закулке смотрит, лежит белая турецкая футболка, 10 гривен. Спрашиваю продавца, а почему так дешево? Ну, разворачивает, говорит, ну, понимаешь, она в мешке ехала с краю, мешок попал под дождь, вот на ней потеки. Но они должны отстираться. Ну, я заплатил 10 гривен, потеки действительно отстирались. У него белая турецкая футболка за 10 гривен. Ты же нигде не сказал, что она должна быть чистая. Все, что мы не указываем в наших целях, может осуществиться как угодно. Поэтому будьте очень внимательны в определении своих целей. Следующий момент, который касается постановки целей. Помните, как это было раньше? Князь собирается воевать с соседом, идет к гадалке. Гадалка раскинула карты, посмотрела. Да, говорит князь, звезды не на нашей стороне. Это хорошо, откладываем поход на месяц, когда звезды повернутся к нам. Чего хотел князь? Князь хотел не только своими силами достигать своих целей, но чтобы еще боги, звезды, фортуна помогали ему. Времена изменились, мы уже другие, но я думаю, мы все с вами заинтересованы в том, чтобы еще кто-то нам помог в достижении своих целей. Так ведь? Можно идти к своей цели
а преданным будет ставить палки в колеса. Очень трудно такие цели осуществить. Можно идти к своей цели, нам никто не помогает, но никто и не мешает. Уже легче. Но если мы идем к своей цели, но нам еще кто-то помогает, невидимая рука, счастливый случай, удачное стечение обстоятельств, или это же еще лучше. Так как определить, будет ли помогать нам природа в осуществлении наших целей? Итак, мы сформулировали свою цель. Мы написали ее на бумаге. Первый признак того, что природа заинтересована в ваших целях, это если у вас есть желание, а еще лучше огромное желание к осуществлению этой цели. Огромное желание. Если мы сейчас с вами поставим перед собой задачу, сейчас сесть, сосредоточиться и наполниться огромным желанием, не знаю, поиграть в футбол. Если мы до этого никогда в жизни в футбол не играли, никакого желания у нас не было, то вряд ли мы сейчас можем за 5 минут наполниться желанием играть в футбол. Почему? Да потому что энергию или желание нам дает природа. Мы ее не берем изнутри себя. Так вот, если вам природа дала энергию, желание к чему-то, значит, природа заинтересована в том, чтобы эту цель вы осуществили. Вот это мы. Вот это желание, которое дала нам природа. Второй критерий того, что природа нам будет помогать. Задайте себе вопрос. Стану ли я лучше, совершеннее, гармоничнее по пути осуществления своей цели? Если вы станете лучше, гармоничнее, совершеннее, то, скорее всего, вам природа будет помогать. Почему? Да потому что эволюция, духовный рост, личностный рост – это задача всего живого на Земле. Если вы становитесь лучше по пути осуществления своей цели, то природа, скорее всего, вам будет в этом помогать. Представьте себе такую ситуацию. Три молодых человека закончили школу. Все три хотят водить машину. Один говорит, я просил отца, он сказал, хорошо, будем собирать деньги, может быть, года через три что-нибудь и купим. Я буду ждать. Второй сказал, я не могу ждать 3 года, я сейчас хочу водить машину. Я сегодня ночью пойду в гостиницу «Интурист», и завтра утром у меня будет новенькая иномарка. Третий сказал, я не могу ждать 3 года, но я не могу и воровать. Поэтому я сегодня же пойду запишусь на курсы таксистов. Может быть, через месяц у меня будет машина. Вопрос. Кому из этих 3 людей природа пойдет навстречу? Скорее всего, 3-му. Потому что он готов развиваться, совершенствоваться, осваивать новую профессию, приносить людям пользу ради осуществления своей цели. Второй сказал, я готов приносить людям боль, страдания, несчастье ради своей цели. Фактически он идет по пути деградации. И природа ему ставит преграды, то ли в виде правоохранительных органов, то ли в виде каких-то других проблем. А первый, который сказал, что я буду ждать 3 года, он, наверное, осуществляет слова Джима Рона, который сказал, если ты сегодня делаешь то, что делал вчера, завтра будешь иметь то, что имеешь сегодня. Если эту фразу слегка изменить, то получится. Если ты сегодня не имеешь машины и делаешь то же, что и вчера, то и завтра ее иметь не будет. Обратите внимание на эту замечательную закономерность. Если по пути осуществления своей цели ты становишься лучше, гармоничнее, совершеннее, природа тебе в этом помогает. Представьте себе, 2 человека пришли продавать. Один стал продавать на базаре, а второй решил работать в сетевом маркетинге. Тот, кто пришел на рынок, ему сказали, вот тебе там 200 гривен в месяц продавай, лишь бы товар соответствовал деньгам, которые приносишь.
И сколько бы человек ни продавал, его 200 гривен в 300 никогда не превратятся. Потому что он к лучшему не меняется. Когда же человек приходит в сетевой маркетинг, ему на первой ступени никто ничего не обещает. У тебя есть шанс стать лучше, зарабатывать любые деньги. И чем быстрее человек идет по этой линии, линии развития, линии самосовершенствования, линии повышения профессионализма, тем быстрее он приближается к своей цели. Причем эта цель может быть любой. Здесь совпадают интересы человека, интересы природы и системы сетевого маркетинга, которая заинтересована в росте всех своих дистрибьюторов в профессиональном и общечеловеческом. Помните, есть такая фраза: плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Ну, интересно, почему же он плох? Ведь он молод, красив и здоров. А если вопрос поставить по-другому? Если солдат не мечтает стать генералом, то кем он мечтает стать? Один мечтает стать художником, второй мечтает стать поваром, третий мечтает стать артистом. Но если он мечтает стать артистом, какой он воин? Он артист. Если он мечтает стать художником, какой он воин? Он художник. Он действительно хорошим воином не может стать, потому что он в душе не воин. То, предположим, мы нашли солдата, который мечтает стать генералом. Сегодня он в армии третий день. Он молод, здоров и красив. Порох не нюхал, на войне не был, в танке не горел. И так далее, и так далее. Людьми не командовал. Зарплата его составляет 20 гривен на сигареты. И власть его равна нулю. Потому что даже собственная жизнь ему не принадлежит. Он принадлежит командиру. Но он мечтал быть генералом. Он развивался, он рос. И лет через 20 он таки генералом стал. Через 20 лет молодости уже нет. Но красота и здоровье могут быть в любом возрасте. Но кроме этого наш генерал и в огне горел, и порох нюхал, и на войне был, и людьми командовал, и все у него 1000 других достоинств. И зарплата у него теперь со многими нулями. И власть его огромна, он командует целой армией. Вопрос. А могло ли быть так, что наш солдат стал генералом и стал получать генеральскую зарплату, а его внутренние качества остались теми же, как у новобранца? Скорее всего, нет. Более того, чем быстрее у нашего солдата появились качества, соответствующие генералу, тем быстрее он вышел на этот статус, стал получать генеральскую зарплату. То же самое происходит в сетевом маркетинге. Наш солдат – это дистрибьютор, который подписал контракт. У него кроме желания работать и добиться чего-то, еще нет. Ни опыта, ни знаний, ни умений маркетинга, ни знаний презентации проекта не умеет. То есть зарплата его не очень, или доходы его не очень большие, случайных продаж. Но если он научится продавать, научится приглашать людей в бизнес, научится их зарабатывать деньги, научится продавать школы, семинары, то он будет расти как личность, как профессионал, и вполне возможно скоро станет топ-лидером компании, потому что все эти качества в нем есть. Я работаю с разными компаниями и знаком с очень многими серьезными лидерами. Вы знаете, чем выше человек, в какой бы компании он ни работал, тем они между собой похожи. То есть все лидеры должны уметь одно и то же. Они должны знать продукцию, они должны уметь продавать, они должны уметь приглашать людей, они должны уметь научить человека, они должны уметь работать с массовой. И тысячи еще других умений и знаний, которые у них есть, они всегда объединяют. Итак, наш дистрибьютор может стать топ-лидером компании только в том случае, если вырастут его навыки, умения, человеческие качества и профессиональные. Если по пути материальном, объемы, структура, продажа, можно идти при помощи написания целей на бумаге. Это действительно помогает. Интересно, а можно ли как-то эту же технику применить в работе над собой? Ведь на самом деле мы всегда к своей цели идем двумя путями. Путем материальным и путем духовным.
И чем быстрее происходит наше духовное изменение, появление новых качеств, тем быстрее осуществляются наши материальные цели. Так вот, в духовном плане мы точно так же можем применить все эти техники. Если мы возьмем и напишем на бумаге те качества характера, которыми хотим обладать, и назовем их «мой идеал». Я успешно продаю, я прекрасно провожу презентацию, у меня превосходно получается школа, у меня большая клиентура и так далее, и так далее. Мы можем написать на бумаге все те качества, которых нам не хватает. Мы будем их перечитывать каждый день и будем наполнять энергии этих качеств свой идеал. Но ведь это же идеал ваш. Поэтому вы фактически наполняете себя энергией тех качеств, которые у вас не хватает. Вы начинаете развиваться через то, что планируете свои изменения. Следующий момент, который касается постановки целей. Когда мы с вами читали Большого Эла, 10 уроков на салфетках, по-моему, да? Там есть замечательная глава о визуализации. И там приводится такой потрясающий пример, когда муж, желая иметь красного, автомобиль красный Ягуар, повесил его изображение в ванной комнате, а жена каждое утро это изображение отдирала, ну, чтобы можно было в зеркало посмотреть. А он его снова клеил туда. Прошло 3 месяца, его цель осуществилась. Он подъехал к дому на красном Ягуаре, поднимается в ванную комнату, а там уже на зеркале норковое манто. Когда мы с вами это прочитали, нам было очень приятно, интересно, неужели это работает? Да. Визуализация или представление своей цели очень хорошо работает. Когда мы представляем свою цель, не просто слово, а мы представляем цвет, объем, вкус, запах, ну, все, что соответствует нашей цели, мы наполняем ее гораздо большим количеством энергии, и наша цель осуществится гораздо быстрее. Единственный нюанс. Иногда бывает такое, что ко мне подходит человек и говорит: слушай, Валентин, я вообще люблю мечтать. А когда прочитал о том, что визуализация помогает, я теперь визуализирую все подряд. Единственная проблема, что все, что я визуализирую, оно не осуществляется. Почему? Почему такое может быть? Ведь на самом деле техника, судя по всему, очень хорошая. Техника визуализации, представление своей мечты. Давайте вспомним такой пример. Помните, как было до перестройки? Если ты опаздываешь на работу на 5 минут, то внизу стоит отдел кадров, всех записывает. И директору на стол. Если ты опаздываешь на полчаса, то внизу уже никого нет, и если тебя никто не заметит, то можно проскользнуть в свой отдел. И вот человек опаздывает на 5 минут, потому что троллейбус сломался, что-то у него колесо отвалилось, так было неприятно, транспорт переполнен, еле-еле влез в соседний троллейбус, еле-еле добрался, и вот он едет, говорит: боже, опять запишут, опять директору на ковер, блин, ну что же это такое божье наказание. И приходит, опаздывает всего лишь на 5 минут, никого нет, никто не записывает, просто чудо какое-то. Или другая ситуация, человек опаздывает на работу, думает: ну опять буду записывать, лучше пойду отсижусь в кустах полчасика. Посижу, покурю, а когда уже там все разойдутся, потихонечку проберусь к себе в отдел. Прошло полчаса, он приходит, действительно отдела кадров нет, все классно, он тихо пробирается к себе, и тут как назло спускается директор по лестнице: что, опаздываем? Блин, ну вот как он меня вычислил? Ситуации, в которых человек представлял одно, а почему-то получалось другое. Или еще один пример визуализации. Девушка собирается на дискотеку, гладит свое божественно прекрасное платье и визуализирует. Как я сейчас приду на дискотеку, а там придет любимый, принесет мне огромную розу, наговорит ласковых слов, мы с ним потанцуем, потом он меня проводит. Ну как все будет классно. Тут звонит телефон, она ставит утюг, пойти сказать, что она занята. Через 5 минут возвращается, утюг упал, платье прогорело. Ну,
Все, платье в сторону, джинсы, футболку, свитер. Приходит она на дискотеку не в платье. И любимый пришел в таком настроении. И таких слов наговорил. Ну а о Розе уже говорить не приходится. Почему так? Ведь какая была прекрасная визуализация, когда она с утюгом гладила это платье. Ведь она же представила все. И Розу, и вздохи, и восторги, все. Почему это не осуществилось? Вот здесь есть принципиальная разница между визуализацией и проживанием своего будущего. Когда мы визуализируем, мы наполняем энергией своего сознания то событие, которое хотим, чтобы произошло. Ну, как конструктор. Он рисует проект или что-то создает, и он думает о том, как это сделать. А как поступает мечтатель? Он лежит на диване и получает удовольствие от того, как будет хорошо, когда это произойдет. Так вот, мечтатель с дивана никогда не встает, его мечты не осуществляются, потому что он их проживает заранее. А у конструктора его проекты осуществляются, и он радуется лишь после того, когда это конструкт или когда этот проект осуществился. Когда мы рассматривали пример с человеком, который опаздывает на 5 минут и уже переживает о том, что его вызовут на ковер отчитывать, он фактически прожил уже эту ситуацию, он сам себя уже наказал. Два раза одно событие произойти не может. Знаете, как говорят в армии, два снаряда в одну воронку не падают, да? Или, как говорят мудрецы, в одну воду дважды войти нельзя. Одно событие два раза прожить тоже невозможно. Если мы это событие уже прожили, то второй раз оно осуществиться уже не может. Если мы прожили самое лучшее, девушка гладила платье. Что она представляла? Самое лучшее. Самое лучшее она уже прожила, и удовольствие уже получила. Зачем идти на дискотеку? Ты все удовольствие уже получила. Второй раз его получить невозможно. Это не значит, что произойдет самое худшее. Но самое лучшее уже не произойдет. Ты от самого лучшего уже все удовольствие получила. Если мы проживаем самое лучшее заранее, оно не осуществляется. Это плохо. А если мы проживем плохое заранее, оно ведь тоже не осуществится. Ведь это якобы хорошо. Ну, теоретически, да. Но мы сможем наверняка с вами вспомнить ситуацию, когда к нам звонят с другого конца города и говорят, срочно приезжай, маме плохо. И повесили трубку. Мы ничего не успели спросить, мы едем через весь город, у нас там в душе самое худшее. Мы приезжаем, у мамы поднялось давление. Фух, оно и на прошлой неделе поднималось. А я уже себе тут. Так вот, смотрите, самого худшего не произошло. А шрам на сердце у вас уже остался. А потом говорят, молодой умер в 40 лет от инфаркта. Сердце не выдержало. Интересно, чего оно не выдержало? Войны нет, катаклизмов нет, все относительно хорошо. Чего не выдержало сердце? Да вполне возможно, он переживает все гораздо глубже и серьезнее, чем это все происходит на самом деле. Есть такой замечательный закон. Живи настоящим. Живи настоящим. То, что сегодня происходит, это замечательно. Не нужно ни радоваться, ни печалиться заранее. Если мы проживаем в свое сердце будущее событие, свою мечту или свою цель, она уже в такой форме осуществиться не может. Но если вы читали Каллинча, а вы его наверняка читали, у него есть по поводу визуализации такая замечательная идея. Он говорит, представьте себя, что вы сидите в зале кинотеатра. На экране ваша цель. Вполне возможно, что и вы ходите в этом экране в вашей цели. То ли это машина, то ли это дом, неважно. Но нужно проследить за тем, чтобы ваше сердце было в зале, а не на экране, где ходит ваша цель. Отделите свое сознание от своего сердца. Не нужно получать удовольствие заранее, иначе ваша цель не осуществится. В одном из городов знакомый мой дистрибьютор должен был выйти на уровень директора. Ему так хотелось быть директором. Он и значок себе заранее купил, и со спонсором договорился, что ему подарят. Но в последний момент, то ли баллы куда-то не прошли, то ли
дистрибьюторы не туда их отправили. Короче, он директором не стал. У человека была трагедия. Но, скорее всего, он не стал директором, потому что он это прожил заранее. Он прожил, как он выходит на сцену, он прожил, как его поздравляют, как он будет носить значок, хотя этого на самом деле еще не произошло. Или подобная ситуация, когда нам звонит клиент и говорит: слушай, срочно приезжай, мне нужно то-то, 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 деньги я уже приготовил, мы такие счастливые, боже мой, клиент сам позвонил, клиент сам попросил продукцию, как здорово. Мы хватаем продукцию, летим к клиенту, приезжаем, клиент говорит: ты знаешь, не могу у тебя купить, только что потерял кошелек. Что ж мне так не везет? А почему он потерял кошелек? Скорее всего, он в чем-то был неправ, поэтому у него кошелек украли. Но, если бы вы были правы, то ваш клиент покупал, потерял бы свой кошелек после того, когда рассчитался с вами. А так он почему-то его потерял за 5 минут до вашего прихода. Почему? Вполне возможно, что когда вы ехали с этим набором продукции, вы уже так обрадовались этой продаже, что эти деньги мысленно получили, мысленно потратили и мысленно получили удовольствие. Вы уже все хорошее от этих денег получили. Второй раз это событие произойти не может. И ваш клиент теряет эти деньги за 5 минут до вашего прихода. А так бы он потерял через полчаса после вашего ухода. Очень часто мы проживаем свои будущие цели и желания у себя внутри, что приводит к тому, что они, к сожалению, не осуществляются. Мы с вами поговорили о том, как нужно ставить цели. Мы с вами поговорили о том, как сделать так, чтобы природа нам помогала в осуществлении наших целей. Давайте сейчас попробуем ответить на такой вопрос. Представьте себе, вы живете в многоэтажном доме. Над вами живет сосед, который по ночам стучит. Это мешает вам спать, отдыхать, и у вас есть огромное желание, чтобы вас ничего не беспокоило. Вопрос, как эту цель грамотно написать на бумаге, чтобы природа вам помогла в ее осуществлении? Давайте сейчас подумаем и посовещаемся со своим соседом справа или слева. Как грамотно написать свою цель, чтобы вам природа помогла в ее осуществлении? Итак, дорогие мои, минута на размышление. Себе внушить, что ты не слышишь этот шум. Я не слышу этого шума. Я не слышу. Не слышу. Очень хорошо. Дальше, какие еще есть варианты? Тихо. Правильно. То есть я пишу в целях. Я иду к соседу и спрашиваю, чем ему помочь. Чтобы он не скучал. Да, замечательно. Так, еще есть варианты? Прекрасно. Очень приятно работать с продвинутой аудиторией. Ни одного неправильного ответа. Но я сам вам их предложу. Как там мне говорят, мы пишем в целях. Мой сосед получает наследство в Австралии и благополучно туда уезжает. Еще бы! Кто бы из нас, получив наследство в Австралии, туда не поехал? Казалось бы, идеальный вариант. Сосед получает Австралию, я получаю тишину, все счастливы. Но философский вопрос. Для того, чтобы сосед получил наследство в Австралии, там же должен был кто-то умереть. И чего это он умер? Так у меня в целях написано. Если ты родственник соседа, собирайся на тот свет. Нехорошо получилось. Ладно, напишем по-другому. Мой сосед женится, ему уже не до ремонта. Замечательно. С чего вы взяли, что жена ему позволит прекратить делать ремонт? Может, он теперь стучать будет и днем, и ночью? Или с чего вы взяли, что в его планы входит вообще жениться? Еще один вариант замечательный, некоторые предлагают. Мой сосед переезжает на новую квартиру. Прекрасный вариант, что сосед улучшает свои условия, и мне тихо, спокойно и хорошо. Но как мне сказали одесситы, был у нас такой сосед, весь дом мечтал, чтобы он уехал. Но когда на его место приехал новый, мы пожалели, что уехал предыдущий. Действительно, если мы лучше не стали,
какой стати внешним обстоятельствам меняться в лучшую сторону. Некоторые пишут, я уезжаю на новую квартиру, а еще лучше в собственный особняк, чтобы никаких соседей сверху у меня не было. В принципе, возможный вариант. Единственный нюанс. Если мы лучше не стали, и нам положено по ночам беспокойно спать, то у вас у левого, у соседа слева будет ротвейлер по ночам лаять, у соседа справа, я знаю, русская сторожевая. Соседа сверху у вас не будет, но спать будет плохо. Вы совершенно верно ответили на вопрос. В целях должно быть написано, что я становлюсь лучше, и меня уже, у меня спокойный, там, нормальный сон. И какая разница, что делает сосед, если у меня спокойный, нормальный сон? И вполне возможно, что после этой цели совершенно неожиданно соседка принесет газету и оставит у меня, случайно забыв на кухне. Вы ее открываете, а там написано, если вы ужинаете после 12 часов ночи, у вас будет беспокойный сон, и вас будут мучить кошмары. Боже мой, это ж про меня. Мы переносим ужин с 12 ночи на 9 вечера, и вся проблема решается, как будто сосед уже и не стучит. Но я-то лучше стал. Я изменился к лучшему. Я изменил свой график жизни. И природа дарит мне положительный результат. Какой вывод мы должны были сделать из этого примера? Вывод первый. Цели нужно ставить только относительно себя. Потому что мы принадлежим себе. Управлять собой – это наше право. Но вмешиваться в чужую жизнь, в жизни других людей – это не лучший вариант, потому что это уже не постановка целей. Это там что, колдовство, магия, и как это еще можно назвать. Если мы вмешиваемся в жизни других людей, то когда-нибудь точно так же будут вмешиваться в нашу жизнь. Мы сейчас усилием своей воли отправили соседа на новую квартиру. Пройдет полгода, и кто-нибудь усилием своей воли отправит нас на новую квартиру, хотя мы туда не собирались. Если мы не хотим, чтобы кто-то вмешивался в нашу жизнь, нам нельзя вмешиваться в чужие жизни. Мы имеем право моральное ставить цели только относительно себя. Однажды встает женщина и говорит, а как мне правильно написать цели, чтобы мой ребенок поступил в юридический институт? Да как, элементарно, в позитивном ключе в настоящем времени. Все получится. Добавьте еще $1000, так точно поступит. Но! Если ваш ребенок не желает там учиться, он учиться не будет. За каждый зачет вам придется платить, я знаю, там $20-50. Пока у вас будут деньги, ему будут ставить зачеты, нет проблем. Но не дай бог, у вас на 5-м или на 6-м курсе деньги закончатся. Ребенок ваш учиться не начнет, потому что у него никогда не было желания. Он скажет, мама, ну ты же хочешь, чтобы я закончил академию, давай плати. Так если вы не уверены, что у вас будут деньги через 5 лет, через 6, можно просто на базаре купить диплом и не мучить ребенка 6 лет в юридической академии. Мы с вами пришли к тому, можно ли ставить цели относительно других людей. Это очень серьезный момент. Мы с вами говорили, если у человека есть желание, значит у него есть энергия для действия. Желание – это энергия для действия. Если у человека нет желания, а он ставит цель, то он должен действовать. Но вопрос, где он возьмет энергию для этого действия? Чаще всего люди берут энергию собственного здоровья. Одна знакомая говорит, я в детстве занималась художественной гимнастикой, мне это очень нравилось, у меня получалось, и я была счастлива. Но мама хотела, чтобы я была гармоничным ребенком, и она отдала меня еще в музыкальную школу. Музыка у меня не получалась, мне приходилось сидеть ночами, я очень уставала, болела. Из-за болезни пришлось бросить гимнастику, а музыка я, в общем-то, дозанималась и закончила музыкальную школу. Я говорю, музыка сейчас не занимаюсь, мне это не нравится. Но гимнастику мне пришлось бросить, потому что у меня не было здоровья. В одной семье альпинистов родилась девочка. Ее назвали в честь восьмитысячников в Гималаях. У девочки была мечта на эту вершину взобраться. И она уже, когда была взрослым человеком, то лет 18-20, она вместе с экспедицией забирается на эту вершину. Казалось бы, Боже, какое счастье, ребенок осуществил свою цель.
Но вся проблема в том, что она умерла на этой вершине. Вопрос, чья это была цель? Если человеку пришлось всю свою энергию вложить в ее осуществление и дальше жить, энергии уже не осталось. Но если маленькие дети осуществляют не свою цель, они болеют, это как-то понятно. Но, кажется, взрослые люди точно так же болеют, когда осуществляют не свою цель. Одна моя знакомая говорит, дочь поступала в институт, был очень большой конкурс, она не поступила. И она говорит, слушай, мама, устрой меня лаборанткой на кафедру. Я буду со студентами, буду лекции посещать, смотреть, как они там практические работы делают. Мне интересно. Ну, мама по тем временам до перестрочным нашла 1000 рублей, устроила ребенка лаборанткой, вроде бы все хорошо. Месяца через 3-4 приходит к маме подруга, говорит, как жизнь, как дочь. А мама отвечает, да ты знаешь, вот как с сентября устроилась лаборанткой, так болеет. То грипп, то ОРЗ, то ангина, то грипп, то ОРЗ, то ангина. Подруга говорит, слушай, так а может быть ей там не нравится? Мама говорит, как это не нравится, мы такие деньги заплатили. Но вечером она все-таки спрашивает дочери, слушай, дочь, а тебе нравится работать лаборанткой? Она говорит, ой, мама, не нравится. Чего ж ты молчишь? Ну вы такие деньги заплатили. Мама говорит, я тебе разрешаю там больше не работать. Дочь тут же берет трубку, звонит на кафедру, говорит, все, я увольняюсь. И перестает болеть. Для того, чтобы осуществлять цели, нужна энергия. Либо мы берем ее у своих желаний, либо мы ее берем у своего здоровья. Поэтому ставить цели для своих детей – это очень серьезный момент. Однажды встает женщина и говорит, у нас в класс пришла учительница музыки и сагитировала моего ребенка заниматься на фортепиано. Как узнать, есть ли у него желание? Пока я думал, как ей ответить, встает другая женщина, говорит, моя девочка занимается гимнастикой. 3 раза в неделю у нее тренировки, остальные 4 дня она занимается дома. Хотя ее никто не заставляет. Вопрос, есть ли у ребенка желание? Скорее всего, да. Если она занимается гимнастикой, ее не заставляет, у нее есть желание, она это желание реализует. А если вы своего ребенка с мужем за руки, за ноги садите за фортепиано, то, скорее всего, никакого желания у него уже нет. Если же он сам идет и играет, значит, у него желание действительно есть. Но маленький ребенок, он еще может не все понимать, можно ли совершать над ним насилие. Философский вопрос. Если вы уверены, что в конце концов он вам будет благодарен, то, конечно же, насилие совершать можно. Или помогать ему своим усилием, чтобы он был усидчивым или еще что-то. Представьте себе, Паганини, великий музыкант. То, что папа его запирал в чулане со скрипкой, папа делал хорошо или плохо? Вопрос не очень ясен. Если бы мы сейчас могли у Паганини спросить, да. Если Паганини, когда стоял на сцене, был благодарен папе за то, что он его запирал в чулане, значит, папа заработал себе благую карму. Он родится там, я знаю, через 200 лет его будут запирать в кладовой наедине с компьютером, он будет супер великим хакером. Он скажет, боже мой, спасибо папе, что запирал меня в чулане. Но если Паганини стоял на сцене и думал, боже мой, конечно же, аплодисмент это хорошо, но так хочется есть. Лучше бы я был обычным нормальным ребенком, а потом у меня был бы, я знаю, там, колбасный цех. То папа получает совершенно незавидную карму. Его будут запирать в чулане, а потом он будет проклинать то время, что провел там. Если вы уверены, что вам ребенок будет в конце концов благодарен, действуйте. А если не уверены, то еще раз нужно взвесить все за и против. Итак, выполнять цели другого человека не очень приятно, потому что мы при этом тратим энергию чаще всего своего здоровья. Следующий момент, который касается постановки целей. Дело в том, что мы не всегда четко представляем, чем обернется нам осуществление той или иной цели. Мы себе предполагаем, что вот если будет, будет хорошо. Но когда цель осуществляется, вдруг мы видим, что это не совсем то, чего мы хотели. Да?
не очень четко или не очень корректно поставленные цели. Можно ли защитить себя от некорректно поставленных целей? Наверное, можно. Представьте себе, у вас появляется богатый клиент. Вы прекрасно понимаете, что ему купить продукцию на $300 ничего не стоит. И вы пишете себе в целях. Завтра у меня новый клиент покупает продукцию на $300. Завтра приходит клиент с квадратными глазами, покупает у вас продукцию на $300. Мы такие довольны, все сработало. А еще через пару дней у клиента снова глаза становятся круглыми. Он начинает вам звонить и говорит: слушай, зачем ты мне это врулила, мне это не надо, я все перенюхал, оно не совсем то, что мне нужно. И он спьет с нас кровь, и мы думаем: боже мой, если бы я знала, чем это закончится, лучше бы он у меня купил продукцию на $50, но покупал бы каждый месяц. Но мы не знали, чем это закончится. Вопрос. Можем ли мы защитить себя от некорректно поставленных целей? Одна дама говорит: мне так хотелось стать директором компании. Товарооборот был маленький. Товары я еще продавала с трудом. Но я себе и решила, что вот в августе стану директором. Пошла к соседу, заняла $2000, выкупила продукцию. 1 августа просыпаюсь, все, я директор. И в этом же августе началась проблема с гривной, с долларом, да? И через 2 недели приходит белый как полотно сосед, говорит: давай $2000, у меня бизнес рушится. Говорит: у меня товар и до этого не очень-то хорошо продавался, а теперь в связи с кризисом продается еще хуже. В общем, говорит, я это директорство выдыхала полгода и зареклась достигать цели любой ценой. Когда-то мне попалась замечательная фраза: деньги вам может дать и Бог, и дьявол, но только от тех денег, которые вам дал дьявол, вы никогда не будете счастливы. Наверное, это же относится и к нашим целям. Одно дело, когда мы достигаем своих целей путем эволюции, то есть божественным путем. Я становлюсь лучше, совершеннее, гармоничнее, развиваюсь как профессионал, мои цели осуществляются. То ли я осуществляю свои цели хитрым путем, ну как вот этот молодой человек, да, который решил украсть машину и осуществить свою цель. Так вот, когда мы осуществляем свои цели любой ценой, как правило, цена получается очень высокая. Можем ли мы себя защитить от некорректно поставленных целей? По-видимому, да. Если мы написали свою цель, они же приписали: пусть это произойдет, если это действительно принесет мне счастье. Пусть это произойдет, если это принесет пользу людям. Пусть это произойдет, если это угодно Богу. Или как написал Хосе Сильва в своей книге, потрясающую фразу по глубине: ничего лучше я пока еще не встречал. Пусть это или нечто лучшее гармонично войдет в мою жизнь. Неся высшее благо всем, кого это касается. Пусть это или нечто лучшее гармонично войдет в мою жизнь, неся высшее благо всем, кого это касается. Как-то приезжаю в один из городов, и подходит дистрибьютор и говорит: я когда пришел к вам на первую лекцию, лекция была как раз «Цели». Послушал, и после лекции прихожу к себе на основную работу и говорю шефу: я тут вчера лекцию послушал, оказывается, цели нужно писать на бумаге. Говорит, мой шеф, выслушав то, что я ему сказал, переворачивает перекидной календарь на столе и пишет: в августе покупаю машину. Я посмотрел на шефа, еще один ненормальный. Но, говорит, когда в августе шеф купил машину, я подумал: боже мой, а почему я ничего не написал? Другая дама говорит: я решила проверить, как работают эти цели. Я написала на бумаге. Она в каком-то офисе еще сидит,
у нее еще один сотрудник в комнате, что Петрович сегодня у меня покупает коробочку косметики. Или в течение дня достаю из стола записочку. Петрович сегодня у меня покупает коробочку косметики. Петрович сегодня у меня покупает коробочку косметики. Петрович сегодня у меня покупает коробочку косметики. Вечером ко мне подходит Петрович и говорит: слушай, Оля, я у тебя видел тут такую коробочку. Могла бы ты мне ее дать? В нее так хорошо доллары помещаются. О том, что нужно взять коробочку, до Петровича дошло. Если бы он еще знал, зачем. Но он целый день думал, зачем же она ему нужна. Но мы с вами знаем, что ставить цели относительно других людей – это неблагодарное дело. Итак, мы можем поставить свои цели на год, на месяц, на 10 лет, на всю жизнь. А можем ли мы этим пользоваться чаще? Конечно же, можем. Все мы с вами занимаемся бизнесом, мы деловые люди. Наверняка у каждого есть ежедневник. Ежедневник – это замечательная вещь, которая позволяет нам планировать свой успех. Мы открываем ежедневник, там написано время и события. Да? В 10 часов позвонить Петрову, в 12 часов встретиться с Ивановым, в 18 часов презентация. Ну, приблизительно так мы пишем. Когда мы открываем свой ежедневник, мы знаем, какие у меня планы на сегодня, что я могу сегодня делать, что я сегодня делать не могу, потому что у меня это время уже занято. И вот, открываем мы сегодня ежедневник, написано в 10 часов позвонить Петрову. Мы набираем диск, алло, Петров, Петров говорит: ты знаешь, я сейчас не могу разговаривать, у меня делегация из Китая. И повесил трубку. Обидно. В целях же написано... А что написано в целях? В целях написано в 10 часов позвонить Петрову. Ты в 10 позвонил, ровно в 10 Петров честно взял трубку, даже секретаршу не подпустил. На самом деле вся твоя цель осуществилась. По крайней мере та, которая написана в ежедневнике. В 10 часов позвонить Петрову. В твоих целях ничего другого не было. А мы с вами знаем, что все, что в целях не указано, может осуществиться как угодно. А если бы мы написали, в 10 часов я звоню Петрову, и мы с ним договоримся о встрече в удобное для него и для меня время, вполне возможно, что Петров взял бы трубку и сказал: слушай, у меня сейчас китайцы, давай встретимся завтра в 6. Давай. Эта фраза или этот разговор от предыдущего отличается, ну, на 5 секунд. Но смысл совершенно другой. Если другой смысл будет в наших целях. Один мой знакомый говорит: вчера в одном офисе провел презентацию. 2 часа меня слушали, открыв рот. Ну, хоть бы кто-нибудь после этого спросил, где это можно купить. Спрашиваю: а какая у тебя была цель, когда ты шел на эту презентацию? Говорит: ну, какая цель? Ну, мысли какие у тебя были? Ну, какие мысли? Мне хотелось, чтобы они меня выслушали, чтобы им было интересно. Замечательно. Они тебя слушали, открыв рот, 2 часа. Им было интересно? Они тебя выслушали? Если у тебя в мыслях не было что-то продать, что ты хочешь от людей? И у них в мыслях этого не было. Но о том, что продукция потрясающая, они уже знают. Ты же этого хотел. Следующее. В 12 часов встречаюсь с Ивановым. Мы взяли каталог, образцы продукции, контракт, идем в офис к Петрову, к Иванову, потому что мы с ним договорились. Приходим. Иванов стоит посреди офиса, одевает пальто, рядом стоит чемодан. Говорит: извини, срочно улетаю в Москву. Ну, елки-палки. Почему елки-палки? Что в твоих целях? В 12 встречаюсь с Ивановым. Вот ровно в 12 он стоял посреди офиса, никуда же не ушел, пока вы с ним не встретились. Если в твоих целях больше ничего нет, с чего ты взял, что должно было произойти что-то другое? Если бы ты написал, что я в 12 часов встречаюсь с Ивановым, и он у меня приобретает то, что ему там действительно необходимо, то вполне возможно, что, надевая пальто, сказал: слушай, у меня в самолете будет 2 часа, дай каталог почитать. Через 2 дня он бы вернулся и заказал все, что нужно его жене, дочери и ему. Но у тебя была цель с ним встретиться. Ты с ним встретился. Так вот, если мы в своих ежедневниках будем писать не только события, но и тот результат, который мы хотим от него получить, наши события начнут осуществляться гораздо лучше. 3-й пункт. 18 часов провожу презентацию. Мы приходим в 18 часов,
В зале сидит 100 человек новеньких, какое счастье. Мы проводим презентацию, через полчаса народ начинает расходиться, к концу презентации никого не осталось. Обидно. А почему обидно? Что написано в целях? 18 часов презентация. Так у вас сегодня первый раз в жизни презентация началась в 18 часов, минута в минуту, обычно начинается позже. Ведь в целях нигде не сказано, что до конца презентации должен кто-то остаться. Нигде не сказано, что кто-то должен подписать контракт. Почему ты удивляешься, что так произошло? Может быть, нужно было написать, что в 18 часов я провожу успешную презентацию, после которой у меня остается, появляется 3 новых клиента и 2 новых сотрудника. Может быть, в этой ситуации у тебя в зале бы сидело только 10 человек, но из них 3 подписали бы контракт или купили продукцию, а 2 подписали бы контракт. Цели на каждый день можно писать, но нужно писать не только события, потому что на самом деле ничего не подразумевается. Нужно писать и тот результат, который мы от этого события хотим получить. Как-то мне попалась такая идея. Человек пишет: я не начинаю следующий год, пока в этом году не определю свои цели на следующий год. Я не начинаю следующий месяц, пока в этом месяце я не определю свои задачи на следующий месяц. Я не начинаю завтрашний день, пока сегодня не определил свои цели на завтра. Я тоже пользуюсь этим методом, он мне кажется очень эффективным. Хотя некоторые говорят: я пишу свои цели на день утром. Просыпаюсь и на свежую голову там в 7 часов утра пишу свои цели. Наверное, это лучше, чем ничего. Но астрономические сутки начинаются в полночь, так ведь? Если у вас к полуночи, то есть вечером, вы написали свою цель завтрашнего дня, появляется матрица, чего вы хотите получить от жизни завтра, то в полночь начинает идти энергия новых суток, и она уже пытается располагаться таким образом, как написано в ваших целях. Если же вы свои цели пишете не до полуночи, а в 8 утра, получается треть суток энергия идет, как Бог на душу положит, и только с 8 часов утра пытается выстроиться под ваши планы. Написать цели на завтра занимает 3-5 минут от силы. Потому что на самом деле мы же не все свои шаги записываем. Мы там убираем в квартире, покупаем хлеб, отводим ребенка в садик. Для этого особых целей не нужно. Но вот те цели, которые для нас принципиально важны для осуществления какой-то нашей глобальной цели, мы должны записывать. Их там набирается 5-6 на следующий день, не больше. Но они уже начнут осуществляться так, как у вас запланировано. Следующий момент, который касается постановки цели. Как можно определить свою истинную цель? Мы с вами уже говорили, что желание нам дает природа. Причем у разных людей разные желания. У одного желание быть медиком, у второго желание быть продавцом, у третьего желание быть преподавателем. Почему? Наверное, природа желает, чтобы мы шли именно к этой цели, потому что на этом пути нас ждет наибольшее количество открытий для себя. И когда мы с вами читали Каллинча, лучшее каким-то, может быть, в МЛМ, мы там с вами встречали 3 замечательных вопроса. Первый из них звучит приблизительно так. Чем бы вы занимались, если бы вам не нужно было зарабатывать на жизнь? То есть занимайся чем хочешь. Все равно ты будешь получать одну и ту же сумму денег. Чем бы мы занимались, нам все равно, чем заниматься. Финансово все равно. Мы бы, скорее всего, занимались тем, что нам приносит хотя бы удовольствие. То есть то, к чему у нас есть желание. Первый вопрос нас выводит на желание. Второй вопрос. Если бы вам неожиданно дали миллион долларов, как бы вы им распорядились? Я знаю, там улучшили бы быт, помогли бы родителям. А куда бы дели остальную? Большую сумму денег. Скорее всего, вложили бы в то дело, которое для нас действительно интересно. И снова мы приходим к желаниям. Третий вопрос. Если бы вам сегодня сказали, что вам осталось жить 6 месяцев, как бы вы постарались прожить оставшиеся
оставшееся время. Ну, скорее всего, мы постарались успеть сделать то, что все время откладывали на потом, да, как некоторые живут. Сейчас мне это желание осуществлять некогда, нужно ребенка устроить в школу. Теперь нужно ребенка выдать замуж, теперь в институт, в университет, теперь нужно внуков смотреть, о себе мы не думаем. Так вот, если нам осталось жить полгода без миллиона, естественно, то, скорее всего, мы начали осуществлять те желания, которые многие годы откладывали на потом. Смотрите, все три вопроса касаются желаний. Почему? Потому что нет смысла перед человеком ставить цель и не давать ему энергию для ее осуществления. Поэтому природа нам дает желание, чтобы у нас была энергия для достижения цели. Но у Калинча там есть в тексте еще один завуалированный четвертый вопрос. Звучит он так. Если бы осуществилось все то, что вы ответили себе на первые три вопроса, что бы вам это дало? Так вот, если мы на первые три вопроса отвечаем искренне, то на последний вопрос у нас ответ очень простой. Это бы нам дало удовлетворение, счастье или полное удовлетворение. Так вот, зачем нужен этот четвертый вопрос? Он нужен для того, чтобы проверить, искренне ли человек отвечал на первые три вопроса. Потому что если человек не искренне отвечает на первые три вопроса, то в конце у него полное удовлетворение не получается. Счастье тоже не получается. Но если мужчины в своих целях ставят бизнес, дела, работу и только, то это нормально. А вот для женщин очень важно, чтобы они среди своих жизненных целей не пропускали личное счастье, любовь, семью, потому что для них это очень актуально. И если ваш дистрибьютор ответил на три вопроса, у него полного удовлетворения или счастья не получается, значит, она где-то пропустила личную жизнь, любовь или семейное счастье. Пусть она вернется снова к этим трем вопросам и допишет это тоже. Это очень важный момент. Когда-то ко мне пришел серьезный бизнесмен, ну, кандидат экономических наук, а сейчас он на какой-то частной фирме работает бизнес им организует. И он говорит, у меня проблема. Те операции, которые я организую по приказу своих начальников, они у меня все получаются. Но мне за эту работу платят $200. А я вот уже несколько раз делал большие проекты. Ну, типа того, что продать тепловозы одной страны в другую. Такие очень крупные моменты, очень крупные сделки. И говорит, каждый раз все срывается на самом высоком уровне. Говорит, последнюю я сделку делал, все бумаги были сделаны, все было классно. Все было даже подписано. Единственный нюанс, оставалось только перечислить деньги. И в этот момент, когда нужно было перечислить деньги, правительство принимает решение, что этот товар считать стратегическим и в другие страны не продавать. Представляете, на каком уровне у человека обрываются сделки. Причем, говорит, если бы эта сделка прошла, я бы свой процент получил. Этот бы процент составил бы 1060. Ну, очень серьезный бизнесмен. Я начинаю у него спрашивать. Скажите, пожалуйста, если бы вам не нужно было зарабатывать на жизнь, чем бы вы занимались? Он говорит, я бы все бросил, поехал бы в Крым отдохнуть. Странно. Такие высокие цели по бизнесу, а тут поехал в Крым отдохнуть. Второй вопрос. Если бы на вас неожиданно свалился $1 000 000, как бы вы поступили? Говорит, я бы купил путевку, поехал бы на Канары отдыхать. Опять отдыхать. Говорю, если бы вам осталось жить 6 месяцев, как бы вы поступили? Говорит, все бросил, поехал бы на дачу отдыхать. Так вот, если у тебя единственное желание отдыхать, зачем ты лезешь заниматься бизнесом? Если природа тебе дает единственное желание отдыхать, а ты пытаешься осуществлять другие цели, в которых природа не заинтересована, поэтому тебе ставят палки в колеса, потому что ты занимаешься не своим делом. Но попутно спрашиваю, ну вот вы сейчас получаете $200, ваша жена довольна? Она говорит, да, конечно нет, тем более, что эти $200 до дома я не довожу. То другу нужно помочь, то одолжить кому-то. Спрашиваю, если вы $200 до дома не можете донести, с чего вы взяли, что вы 60 тысяч до дома довезете?
На самом деле он эти 60 тысяч пользы от нее никаких не получит, потому что он не умеет ими распоряжаться. Может, поэтому ему природа не дает осуществлять эти сделки, потому что если он с двумя сотнями долларов имеет кучу проблем, сколько же у него будет проблем, если он будет зарабатывать 60 тысяч? Тогда я понял, насколько важны эти вопросы, насколько важны эти желания. На самом деле, наверное, наши желания, которые у нас есть на сегодняшний день, это и есть наша миссия на сегодняшний день на Земле. Если мы пришли на эту Землю сделать что-то, у нас должна быть энергия для этого дела. Пройдет некоторое время, вы осуществите свою миссию, осуществите свою эту задачу, у вас это желание пропадет. То, скорее всего, у вас появится новое желание к новым делам. Поэтому очень важно в постановке целей найти свои истинные желания. К сожалению, есть семьи, в которых дети воспитываются в очень жестких условиях. Когда ребенку сказать о своем желании, это все равно, что накликать на себя беду. И ребенок с детства приучил все свои желания забивать в дальний угол, чтобы не иметь проблем. И теперь этот человек вырос, говорит, нужно ответить на вопрос, какие у вас желания? Говорит, у меня нет желаний. Он с детства привык не иметь желания, чтобы не иметь проблем с родителями. Вот таким людям действительно сложно определять свои цели. Ну а нам, тем, у кого есть желание, нужно лишь набраться храбрости, чтобы эти желания озвучить и поставить перед собой цель. На самом деле любую цель можно осуществить. Ну, может быть, не в один день. Одна дама мне говорит, кстати, я, говорит, жила в Киеве, ну, родилась в коммунальной квартире, и всю жизнь мечтала иметь собственную квартиру, хоть 12 метров. И когда, говорит, мы с мужем получили первую свою квартиру 12 метров, муж сказал, ты что, не могла захотеть 18? А у нас в городе был еще один замечательный пример. Женщина говорит, у меня муж обожает Мерседесы. Ну, Мерседес, представляете, сколько стоит. У него таких денег не было. У него в бизнесе вращалось где-то 3000 долларов. И вот фирма, с которой он работал, к нему приходит и говорит, слушай, дорогой, у нас к тебе деловое предложение. Мы тебе должны 3000 долларов. Но у нас на таможне застрял Мерседес. Давай так, ты нам оставляешь 3000 долларов. Если сможешь этот Мерседес вытащить, он твой. Не сможешь вытащить, твои проблемы. Естественно, муж соглашается. Он так мечтал о Мерседесе. Так она говорит, он поставил весь город на уши, и через 2 недели Мерседес был его. За 3000 долларов. На самом деле любую цель можно осуществить. Первое, что нужно, это разрешить себе это. Второе, написать на бумаге в позитивном ключе в настоящем времени со всеми важными для вас деталями. Все пропущенные детали могут обернуться против нас. Как-то в одной структуре спонсор покупает шикарные там итальянские сапоги за 100 долларов, приходит на презентацию, вся структура смотрит на спонсора в шикарных сапогах и тихо млеет. Есть теперь же что дублицировать. Через 2 недели спонсор приходит в новых итальянских сапогах за 100 долларов. Структура в диком восторге. 2 пары сапог за зиму, это, конечно, круто. Через 3 недели спонсор приходит в новых сапогах за 100 долларов. Структура в шоке. Зачем столько сапог? А спонсор приходит, говорит, слушай, Валентин, я что-то в целях неправильно написал. Я написала, покупаю новые шикарные итальянские сапоги за 100 долларов. Первые купили, они так туго на мне сидели. Через 2 недели они разлезлись. Но так как мы покупали в фирменном магазине, муж отнес, ему бесплатно заменили. Вторых, говорит, хватило на 3 недели. Говорю, дорогая, ты где-нибудь написала, чтобы они там удобно сидели? Нет. Так вот, в постановке целей мелочей нет. Все, что мы не указали, может осуществиться как угодно. Представьте себе, один человек пишет, 1 июня еду на море. А второй пишет, 1 июня еду и прекрасно отдыхаю. Первый приходит на вокзал, 1 июня покупает билет на море и уезжает. Второй приходит на вокзал, 1 июня покупает билет, и говорит, билетов нет. Компьютер завис, света нет, когда будут неизвестные, вообще вчера билетов не было, приходите через 2 дня.
А когда включат свет? Неизвестно, авария какая-то. А, махнул рукой, ладно. 2 дня сидеть в городе жарко, поеду к маме на дачу, отдохну. Он приезжает к маме на дачу, встречает друга, с которым виделся 20 лет. Так какое там море, когда друг приехал, так классно. И проводит прекрасно 3 недели отдыха со своим другом, правда не на море, но все равно замечательно. А тот, который поехал на море, приезжает на море, а там то буря, то шторм, то дождь, то буря, то шторм, то дождь. Боже мой, 2 недели прошло, никакого отдыха. Но какие у вас были цели? У тебя была цель 1 июня поехать на море, так ты туда и поехал. Нигде не сказано, что ты должен отдыхать. А у второго нигде не сказано, что ты должен быть на море. У тебя написано «хорошо отдыхаю». Что важнее? На самом деле, наверное, важнее хорошо отдохнуть. Так вот, мы можем цели свои ставить в размерах, там, фасонах, да? Я покупаю новый костюм для проведения презентации, там, я знаю, черный, шерстяной, длинная юбка, короткая юбка, золотые пуговицы, серебряные пуговицы, ну, каждый знает, там, такой-то размер, такой-то фасон, такой-то цвет. Это будет замечательная цель. А другой пишет, я покупаю новый костюм, который улучшает мой бизнес, который оригинальный, который прекрасно на мне сидит, который, я знаю, принесет мне успех. Интересно, какой костюм покупать? Который оригинальный, который прекрасно на мне сидит, который приносит мне успех. Мы приходим в магазин. На каком костюме остановить глаз? Неизвестно. Скорее всего, если вам попадется костюм, который соответствует этим 3 качествам, у вас просто сердце или интуиция скажет, что вот это он. Вы смотрите на этот костюм и думаете, боже мой, что же в нем такое? Синий пиджак, желтая юбка. Боже мой, так это же национальная символика. Оно всегда будет в моде. Вы покупаете этот ни на что не похожий костюм, а в целях вы его написать не могли, потому что вы же не знали, что такое бывает. А когда вы на себя одели, оказывается, что оно идеально сшито по вас, да, и ни у кого такого больше не будет, он действительно принесет вам успех, всегда будет оригинальный, прекрасно на вас сидеть. Так вот, есть 2 способа определять свои цели. Первое – это размеры, фасоны и так далее. И второе – те состояния, которые мы хотим получить от этой вещи или от этого события. Я покупаю туфли, которые красные 42 размера. Или я покупаю туфли, которые удобно на мне сидят и хорошо смотрятся. Какие туфли купить лучше? Наверное, те, которые удобно и хорошо смотрятся. Правда, непонятно, какого они будут цвета. Но в этом случае ваша интуиция вам должна подсказать. Но, наверное, золотая середина – это соединить и то, и другое. Я покупаю себе деловой костюм такой-то, такой-то, который на мне к тому же прекрасно сидит, оригинально смотрится и так далее. И тогда мы получим от нашего события или от нашей цели все. И фасон, и размер, и внутреннее содержание. Как-то провожу занятия по целям, рассказываю о том, как нужно заказывать вещи. В первом ряду сидит женщина, спонсор, туфли сняла, и ноги так стоят на полу. Почему? Потому что туфли соответствуют всем критериям, кроме того, что они должны быть удобно, да? Сидеть на ноге. Итак, дорогие друзья, как вы считаете, вам искусство постановки цели пригодится? Вопрос. Когда лучше заниматься целями, в понедельник или во вторник? Сегодня. Совершенно верно. Изменить свою жизнь завтра невозможно. Если у вас появилось желание что-то изменить в своей жизни, напишите это сегодня на бумаге. И завтра, возможно, эти изменения уже начнут осуществляться. Спасибо.